Американские эксперты назвали 10 самых ненадежных автомобилей. На первом месте в списке оказался Chevrolet Camaro, в котором наиболее проблемными назвали трансмиссию, электрику и привод. Следом за ним идет Mercedes-Benz GLC, у которого часто бывают неполадки с тормозной системой и рулевым управлением. Третью строчку рейтинга занимает Jaguar F-Pace с ненадежной трансмиссией и электрикой, а также с посторонними шумами в салоне. Разочаровать владельцев могут и внедорожники GMC Acadia, у которых часто возникают проблемы с приводом, силовой установкой и электрикой. В рейтинг ненадежных автомобилей попал и хэтчбэк Fiat 500 с некачественной электрикой, силовой установкой и тормозами. В списке также оказался Ford Focus с проблемной трансмиссией и приводом. По данным экспертов, обладателям Ford Fiesta часто приходится ремонтировать климатическую систему и трансмиссию. В Volvo XC90 могут возникнуть проблемы с электрикой и силовой установкой, а в Cadillac Escalade часто ломается система климат-контроля и коробка передач. Примечательно, что в список ненадежных автомобилей попал и электрический кроссовер Tesla Model X. В данном случае специалисты обратили внимание на некачественную сборку автомобиля.